Ну что, дорогие друзья, мы с вами двигаемся дальше. И в синий угол октагона я хочу пригласить бойца из Таджикистана. Встречайте, Мухаммад Разоки! Азербайджанка Мухаммад Разоков, Таджикистана, 25 еж, 87 килограмм. Ну и еще один международный бой на проекте «Львиная битва». Мухаммад Разоки из Таджикистана, 25 лет ему, 267 килограмм, 168 сантиметров рост. Представляющая команду Арлов Тим. Встречайте Бабаханов и Имам! Кокучай Кадеспа, Бабаханов и Имам, Россия, Каспий, Игорь Абрилов, пришел в килограмм. Так и что? Салам алейкум, добрый день. Меня зовут Имам, мне 21 год. До этого занимался боксом, лет 10, можно сказать, мастер спорта по боксу. Друг позвал меня подраться на эти соревнования, и я принял участие в этом. ММА, вот это полгодика, может, годик. Ну, у меня много друзей с Каспийска, с моего города Каспийска, и мне как-то внутри ёкнуло, что ли сказать, и решил подраться. Планы на бой – разбирать стойки, да, что я умею, чего у меня получается больше всего, вот и все. Разбирать стойки, больше ничего. А соперники, честно говоря, не знаю и даже не узнавал. Да, просто буду ходить, проверю себя, проверю свои возможности, на что я способен. На будущее – здоровый образ жизни вести и заниматься спортом. Дальше продолжать в своем направлении. И если будет соревнования, если будет подтягивать, драться, буду драться по ММА. Да, конечно, хочу стать профессионалом своего дела. Красиво нокаут, больше ничего. Хотел бы сказать спасибо Александру Николаевичу за то, что оказывает поддержку, что принимает очень тепло. Спасибо большое, очень приятно. Соперника Имам Бабаханов из России, город Каспийск, 21 год, 66 килограммов, рост 182 сантиметра. Оба парня дебютанты, но я думаю, что они недалеко не новички в единоборстве. Представляет Республика Таджикистан. Его возраст 25 лет. Вес 60 килограмм, рост 168 сантиметров. Это его дебют. Встречайте, Мухаммад Разоки! И его соперником станет боец из России, из города Каспийск. Его возраст 21 год. Вес 66 килограмм. Рост 162 сантиметров. Это его дебют. Он представляет команду Орлов Тим и тренируется под руководством тренера Юнуса. Бабаханов Имам! Рефери в октагоне Владимир Балалак. Бойцам встречаемся. Пожалуй, руки. Внимательно слушаем мои команды, право не нарушаем. Головой локтем, голову не бьем вообще. Затылок, позвоночник, пах не бьем. За сетки перчатки шорты не хватаем. Бартер запускается работать в течение 30 секунд. Бартеры работаем голову только руками. Покажите результат. Угла. Удачи, парни. Итак, сейчас у нас начнется бой между Мухаммадом Разоки из Таджикистана и Бабахановым Имамом из России. Судья,
Судим время. Первый раунд. Бой! И начинается у нас поединок. Приветствую друг друга спортсмены. Сразу же мощными лоу-киками и размашистая техника ударно идет вперед бойцы Таджикистана, но имам его встречает. Еще один мощный внутренний лоу. Ну, так и хорошие активные действия Мухаммад предпринимал в начале боя. Мощный мидл, но по защите имам уходит. Ну, мы видим, что Бабаханов спокойненько на все это реагирует. Все он видит, от всего уходит. Проходит мощный удар. И прихватывает сейчас шею. Мухаммад дает своему имаму мощный бросок. Шею надо освобождать сейчас. Ну, сбоку задушить на гильотину практически невозможно. Имам старается сейчас сбоку держаться, чтобы не шел удушающий. Сейчас 30 секунд закончится. Все, поднимает Владимир Валаев стойку. Ну вот, удалась хорошая атака Мухаммаду. Опять в лоу. Хорошим ударом встречает он своего оппонента. Очень точно сейчас в стойке Розокий. Призывают из угла Мухаммада отсушивать ноги своему оппоненту. Да, лоу-кик проходит, лоу-кик жесткий. Переключился на корпус. Вот снова в атаку пытался пройти боец из Таджикистана. Ждет его имам, ждет, когда тот войдет в клинч. Мухаммад кружит вокруг своего оппонента, зарядил. Попытка пробить Уршуру в печень. Ну вот имам пока что сам в атаку не идет. Все ждет, когда же кинется на него Мухаммад. А тот ищет момент для нанесения еще одного мощного удара. Ждет, когда же соперник потеряет бдительность. Еще один удар по корпусу. Странно, что Бабаханов сам не старается атаковать. Он все время ждет, он все время выжидает. Ну вот дождался еще одного мощного внутреннего лоу. Ну, вот сам попытался сейчас с ноги в голову пробить, но как-то не донес удар, и раунд кончился. Какие-то нюансы новые вносит в рисунок. Бойцы готовы? И второй раунд нас ждет. Мухаммад сразу же идет вперед, пытается он загнать своего оппонента. Пытается сейчас на размен ударами вызвать его Мухаммад, своего оппонента. Но удается пока имаму уходить от таких разменов. И пытается он включить в дело удара ногами. Еще одна попытка Уширу в печень. Вот фронт-кик. Техническая пауза, да, здесь надо вытереть покрышку, очень скользко. А когда бой идет на таких скоростях, это может быть фатально, если кто-то один из бойцов подскользнется. Так, сейчас бой у нас будет продолжен. Мухаммад Розоки из Таджикистана против имама Бабаханова, представляющего Россию. Мощнейший удар обрушивает на своего оппонента. Мухаммад сбивает его, но имам каким-то чудом просто выживает, встает, пытается бороться. И даже проводит бросок мощнейший. Ну, такая двойка влетела, казалось, что все, имам в нокаут улетает. Нет, сумел переключиться, пытается сейчас удержать партере своего неуступчивого оппонента. Прихватывает шею и идет на удушающий. Ой, как попался сейчас Мухаммад, неприятно.
все издается. Ё-моё. Вот этот бой, дорогие друзья. Казалось, что имам Бабаханов уже практически в нокауте. Но просто невероятный какой-то вот проявил живучесть, невероятную силу воли. Сумел перехватить своего соперника, бросил его и задушил. Причем задушил практически наглухо. Тут еле успел постучать и все, уже засыпал. Вот такие дела, дорогие друзья. Вот это действительно неожиданный, по исходам первого раунда, скажем так, неожиданный исход. Усыпил бдительность своего оппонента имам Бабаханов. Сумел совершить прям камбэк отличный и победил очень крутого бойца. Мухаммад Разоки показал, что он очень силен действительно, очень жесткий боец. Боец, который может уронить много кого. И уронил он имама, а имам взял и выиграл. Но это, конечно, просто, дорогие друзья, это чудо. Победу одерживает боец из синего угла. Поздравляю, Бабаханов. Хороший камбэк, непростая победа. Благодарим Мухаммада Разоки за отличный бой. Вот один из лучших боев сегодняшнего вечера, дорогие друзья. И по интриге прямо, наверное, лучший. Уходи, подожди. Пару слов тебе. Был тяжелый бой, непростой. Расскажи. Салам алейкум всем. Тут собрался. И кто меня поддерживал, спасибо им. Ну, был хороший, но что я могу сказать? Пускай побеждает сильнейший. Ну, будем пытаться еще раз проходить. Будем еще себя проверять тут. Спасибо за поддержку. Тебе спасибо, будем следить и наблюдать за тобой. Имам, расскажи о сопернике. Расскажи про все вообще. Всем салам алейкум, добрый день. Первый бой мой, честно говоря, очень тяжело. Не привык, не почувствовал ринг. Честно говоря, после болезни еще плохо себя чувствую. Хочу победу посетить своему отцу, любимому. Без него я не буду тем, кем являюсь сейчас. Второе, хочу поблагодарить заслуженного тренера России, заслуженного мастера спорта России, Хаира Руслана Сабировича. Все, что у меня есть, это он дал. Хочу передать всем самым малым каспийским, всем каспийским старшим братьям, младшим братьям. Как говорится, сутки наши. Отлично. Супер. Ну что, мы двигаемся дальше.